Ни для кого не секрет, что получение заветной корочки – процесс сложный, но от этого не менее желанный для многих абитуриентов. Оно и понятно, диплом об образовании значительно повышает шанс при устройстве на работу. Но, к сожалению, не всегда желаемое совпадает с действительным, и платное обучение в силу финансовых затруднений потянуть могут не все. В этом случае в помощь абитуриентам государственные льготы в виде социальных налоговых вычетов. Социальный налоговый вычет – это льгота по подоходному налогу, которая предоставляется лицам, получающим первое высшее, первое специальное, первое среднетехническое образование, на платной основе. А также данная льгота предоставляется лицам за оплату обучение на платной основе за близких родственников. Получить социальный налоговый вычет можно по месту основной работы. В случае, если у учащегося этого места нет, однако есть налогооблагаемые доходы, для получения льготы за год студенту необходимо обратиться в налоговый орган и предоставить декларацию о доходах, а также иметь при себе пакет документов. Пакет документов включается договор на оказание услуг по обучению на платной основе, также справка из учебного заведения, подтверждающая тот факт, что образование является первым, и квитанции, подтверждающие оплату образовательных услуг. Затраты на погашение кредитов банков Республики Беларусь, а также займов, выданных белорусскими организациями или индивидуальными предпринимателями на оплату образования, также подлежат льготированию. В этом случае в бухгалтерию необходимо предоставить копию кредитного договора займа и документы, подтверждающие их оплату.